Всем привет, ребята, меня зовут Флазочка, это серия по зомби-выживанию в Майнкрафте. Как вы помните, вот этот четкий фиолетовый коврик мы стащили из дома Кунчика, а потом я весь дом его подорвала, ну да-да, было дело. В общем, решила вам его показать, куда я положила, немножко положила вот сюда, чтобы когда я переодевалась, была мягонько все дела. Короче, мне нужно идти на собрание, потому что меня, ой-ой-ой, мне таких пилюлей вст... Валера? Точно, я Валера. Употребил. Ой, о, это так мило. Пахнет даже теперь ну-ка. Вкусно. Фу, Валера, ты потеешь. Итак, я... Спасибо, что пригрел мне местечко. Очень... Позвать этого, который... Как его? Как его зовут? Кунчика? Вот да, позови. Вот все, Валера, шуруй и Кунчик, чтоб пришел. Итак, что сегодня у нас по планам? Что мы сегодня должны делать? Ну, короче, ага. Проблема-то в чем? Помнишь, я вас на дом отправлял? Ну да, помню. Винистый такой, да? Стоп, это, ёлки-палки, я же забыла совсем то, что Кунчик, возможно, не Кунчик. А вот и Кунчик. Кунчик, а ну-ка, когда мы с тобой последний раз целовались? Мы не целовались, алло. Ладно, ладно. Короче, я не знаю... Что, целовались, что ли? Нет, дядя, ну так и что вот с этим вот дома? Что там с ним? Кстати, привет, Кунчик. Привет, здрасте. Вы, короче... Ага. Ты идиот, я вас попросил просто дом зачистить. А это все он, я вообще ничего. Чего, я ничего, ты вообще без меня уехала. А откуда ты знаешь? Тебя ж там не было, ты сказал. В смысле? Ну, я потом пришла к дяде Вите, и он сказал, ты целый день был у меня. Как ты это объяснишь? В смысле, дядя Витя сказал, что это... Во-первых, да, ну, дядя Витя сказал то, что типа я с ним все время пробыл. Ну? Но. А ты без меня уехала, потому что я вот это у него был. А, в этом плане? Я думала в том плане, что я там Кунчика тоже одного бросила. Я думала, ты типа Ну, короче, продолжайте. Что не так-то? Что не так-то? Короче, то есть вы хотите сказать то, что есть новый вид зомби? Мы ничего не хотим сказать. А вы хотите что-то сказать? Точно, да, там новый вид зомби, погоди. А это точно наш Кунчик, а если он не наш? Ой, ё-моё. Дядь Вить. Дядя Витя, а как можно определить этого зомби? То есть, понимаете, там было два зомби. Один, который приехал со мной, а один, который был в том доме. И они оба знали все то, что знает Кунчик. Как можно определить настоящего? Я же убью рано или поздно его, если приму не за своего. Что делать? Может быть, просто они хорошо знали человека? Может быть, они в каком-то другом виде разговаривали с обычным человеком и просто выпитывали информацию, чтобы в будущем использовать её? Я не думаю, что с Кунчик бы стал общаться с обычными зомби. Нет, это точно бред. Нет, так, в смысле, ну, я вон с Валерой разговаривал, иногда вон с Кефелькой. Ах, то есть, Валера, это ты спалил все? Не-не-не-не, я типа это... Ну. Я просто как дела, типа, там что такое, чили. Так, в смысле, дядя Витя, я не поняла, в плане, а как определить по итогу настоящего? Чё? И, ну, давайте придумаем какой-нибудь шифр. Что там, сложно, что ли? Шифр, мимер, что-нибудь такое. Кодовое слово какое-нибудь. Кодовое слово. Короче, все, я знаю, что хочу. Давай. Динамит. И это легко догадаться, особенно если с вами разговаривать. Да зомби ж тупые, они не могут... Тифтелька не тупой. Да, Тифтелька не тупой, ты мой сладенький маленький. Короче, пусть кодовое слово будет. Да я просто любое другое забуду, а динамит не забуду. Попа овечка. Овечка? Попа овечка. Попа овечка? Какая разница? Я просто наугад пострел. Ты три раза на эту жопу посмотрела, вот я тебе так и сказал. Попа овечки? Попа овечка. Короче, кодовое слово будет динамит, поняли? Ой, ты же понимаешь, что если вдруг это будет любой другой зомби, если он умный зомби, то он тебя просчитает. Мало ли он твои блоги смотрит. А зажигалка? Серьезно? Ты еще это, скажи порох, еще скажи бумага плюс порох. А, так в смысле? Бумага плюс порох вообще имба, никто не додумается. Не, ну знаете, тем не менее, если я скажи годовое слово. Вначале все подумают о динамите, а зажигалки подумают потом. А вот о порох плюс бумага подумают только в-третьих. И если он скажет динамит, а на самом деле порох и бумага, значит его стрелять надо, понимаете? Девочка, слезь со стола, давай нормально проведем, мне очень страшно. Вот как с ней нормально разговаривать? Вообще не... Я вообще-то все слышу. Кодовое слово придумаем к следующему собранию. Угу. А давай сейчас по поводу дома. Что там, блядь, Вась, случилось-то? Короче, ребята, напишите кодовое слово, которое будет прям вот самое-самое неочевидное. Боги во время собраний. Самое неочевидное? Да, продолжайте, я не снимаю. Ну, короче, давайте просто я к делу-то.
Да. Корни пошли дальше. Вы дом-то не уничтожили, и в итоге корни дальше уже соседний дом захватили. А и что делать? Придется вернуться и зачистить. Я только за кончик отправляю. Прям сейчас можно идти уже, да? Все, мы. Чего уже сейчас третий дом еще там будет начинать. Все, до свидания, мы отправляемся. Кончик, давай, бежим. У тебя есть с собой оружие? У меня есть с собой миниган, у меня есть мини. И базука. Все, тогда все прекрасно. Тогда сразу бежим к за моим квадроциклом. Он здесь, да? А то я просто вообще в крыльях путаюсь. Так, а где ключ? О, он уже вставлен. Ну ладненько, садись, давай. Ну вот только пару часов назад. А, Маска? Да? Дай мне за руль сесть. Я маршрут безопасный нашел, кстати. Безопасный? А когда ты успел? Погоди, что-то у меня камера трясется. Погоди. Кручит? Да. Во, вот так нормально. Все, давай, поехали. Так, Ребята нашли безопасный, ну, безопасный маршрут. Да, он более безопасный от зомби, потому что, ну, как минимум, мы над уровнем земли. Правда, здесь немножко приходится летать. Это вы такое построили? Ничего себе. Нашли старые трамплины на какой-то там. Ё-моё, если так посмотреть высока на наш город, то даже как-то грустно становится, потому что раньше это были оживленные улицы. Сейчас они, конечно, тоже оживленные, но оживленные не живыми. Вижу тот дом, который ты не до конца... Это ты тот дом, это должна была разрушить? В смысле должна была? Мы же вдвоём... А, ну да, мы были не вдвоем. Вот видишь, все из-за того, что я... Погоди! Все из-за того, что я была там без тебя. Смотри аккуратно, не сломай мой квадроцикл. Знаешь, как было сложно достать розовый краситель? Зомби, иду. Где? А, ты какой-то придурок шмаляет меня. Сейчас я всех разбабашу. Я не такой придурок, тихо. О, а это второй дом, который зарос. Надо будет по это вторым делом попросить. Твою кукурузню, там же мой деда был. Ёк-макарёк. Там мой деда был, деда! Что? В следующий раз сейчас с этим добрым. Да ну, а мой дедушка важнее всяких каких-то там домов. Да что там, да там все легко. Просто берем и все бабахаем, смотри. Просто берем и все бабахаем, все. Мне нужно к дедушке, у меня просто горит. Хочу к дедушке. Подожди, стой, если эти зомби отсюда выбрались, то нужно все дом зачистить. А, да? Ну я пока что его заминирую сверху, сейчас подойду к тебе. Заминируй пока сверху, я пока разберусь, что здесь. Так. Ух, ё-моё. Итак, я сейчас к тебе подойду. Я бегу, кончик. Опа. Ай-яй-яй-яй, это хреновина. Так, минус. А ты внизу была? Нет. Где? А, в смысле, нет, здесь я была. Что там? Я не боюсь. Я... Фу, ну вообще, да, они все такие противные, поэтому нужен мини... Они еще прыгают! Что это за звуки были, непонятно? Это были яйца? Где вот это? Да, тут вытекает. Опа, сзади! Где? Ах ты ж маленький засранчик, О, а здесь это, походу, целое. Так, чтобы тут ничего не было, я вот это просто все. А погоди, ты стой, тут яйцо. А, чё? Что с ним делать будем? 1, 2, 3, 4. Отойди, что? Кунчик, сейчас его бабахнем. Так. Серьезно? Ну да, чё? О, там кто-то есть, мочи его! Стой. Это ребенок. Правда, глаза беленькие. Походу, на жреб, давай я его кокну. Да погоди. Ты может, живой? Ты... Алло. Может, лучше кокнуть? Может, лучше кокнуть? Ой, он живой. Это он закричал или ты? Он. Хорошо, прикольно. И что там с ним? Погоди, я не могу справиться с этой дыркой. Оно заливает. Так, давай, короче, я с этим малым разберусь. А ты дуй в тот дом. Твою кукурузину. Сейчас я с этой дыркой разберусь. Фу, всё. Вонючку эту брать хотела. Так, я погоди. Пока этого малого куда-нибудь подальше спрячу, типа. Да, давай, забирай его пока. А я пока пойду... Посмотри, если там яйца, и если у меня динамит закончился, ёк-макарёк. У тебя есть динамит, кунчик? А, сейчас посмотрю. И возьми малого, я хочу подорвать этот дом уже поскорее. Сейчас возьму. О, сколько динамита. Так. Давай, выбирайся. Да потом подорвешь это, когда второй дом заминируешь. Иди второй дом минируй пока что. Фласка. Да. Фласка тут. Иди пока второй дом минируй пока что. А, ладно, хорошо, минирую. Погодите-ка, ребята, но я не могу сразу заминировать его. Мне нужно проверить, все ли хорошо с дедом. Деда! Дедуся, ты тут? Деда. Тихо. Походу, тут зомби. Все, погоди. Сейчас. Опа, так. Деда!
Да сколько ж тут паутины? Такое ощущение, будто тут уже давно-давно никто не живет. Дедуся, а ты где? Дедуля. Ты стрёмная хренотень, ты моего деду. Ладно, ща я устрою этой страхолюдине, ёшкин матрёшкин. Так. Короче, ребята, у меня есть такая идея. Что? Слезай. Ничего себе, ты чё, говорящая хреновина? А ну говори, где мой деда? Деда мой где? Деда мой где, придурочный? Сейчас я тебе покажу, ёшкин матрёшкин. Сейчас я тебе покажу, как не понимать, что я говорю. Ну-ка. А! Ну чё, как тебе там бомбануло? Бомбануло, страхолюдина? Как тебе? Свободен. В смысле свободен? Ты где? Страхолюдина, ты где? Сейчас я тебе покажу. А ну, возвращай моего деда. Ах ты. На-н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 а. Да как ты? Чужучица какая. Господи, страшно. Уйди. Перезарядка долгая. На-на-на-на-на-на-на. А ну, давай моего деда. Как это ты не погиб под моим градом? Я что-то слышу. Деда? Деда, ты нормальный? Ой, внуча. Деда, с тобой все хорошо? Деда? Ну да, вроде бы ты... Эта хрень меня сожрал. Деда, а почему ты в трусах в одних? Переварил. Деда, как давно ты в нем? Ты точно все в порядке, деда? Так, ну я пока вот за недельки три поспал. О, так, хорошо. Погоди, деда, 5 секунд, я должна по вектору позвонить Кунчику. Алло, Кунчик? Да, алло. Короче, тут мой деда оказался в том доме. Я дом сейчас заминирую. А, нет, уже не заминирую, у меня нет динамита. Динамит закончился, в общем, мне нужно деда доставить до нашей базы. А место-то только одно в квадроцикле. Ты сможешь как-нибудь добраться с этим, с малым? Давай, сейчас своим путем малого дотащу, а ты второй дом еще не забудь подорвать. Либо давай я сейчас, короче, быстро деда отвезу, он старенький, ему сложно, а ты пока отсидись, я за тобой приеду, хорошо? Да, мы не выдвигаемся с этим малым, я его сейчас на спину закину, и мы пошли, типа, давай, заканчивай с тем домом и выдвигайтесь. Хорошо, если что, я его отвезу и приеду, все, давай. В общем, дедушка, поперли, давай, вылезай. Ты так громко говоришь, ищи. Громко? Мне кажется, наоборот, ты у меня глухой был. Деда, короче, так, беги сюда, в доме нет ничего важного? Погоди, ничего себе, вот эта старость у меня хорошая. Ничего себе, вот ты прыгаешь. Молодым себя чувствую. Так, деда, ладно, тебя, короче, осмотрит наш доктор. Сейчас только, дед, ты садись в тачку, я сейчас подойду, я сейчас быренько подорву эту тачку. Какой хороший байк. Так, деда, тихо, не убегай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, прям как твоя бабка, когда я пьяный приходил. Так же у нее пуканчик. Опачки, я там вижу, ну-ка. Вот там заныкались. Деда, дедусь, а ну-ка слезай, давай я поведу лучше. Деда, слезай, нам нужно, ты не знаешь, где наша база. Деда, деда, слезай. Короче. На улице бомжей так много, ой. Ребята, в общем, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также не забывайте смотреть видео слева и справа. Я сейчас отниму деда квадроцикл и мы поедем на базу. Ну а вам, если понравилось видео, то обязательно ставьте лайк. Ну и все, всем пока-пока, ребята. Да, деда, сейчас мы с тобой доедем. Господи, чё ж ты такой нетерпеливый, твою кукурузину. Всем пока-пока, ребята. О, бабка-то видела? Чё с ней стало? Бабка? Так она же умерла давно. Ой, хорошо, спокойствие наконец-то.